Это дзержинская рэп-команда «Парнас». Она существует 1.5 года и уже является финалистом Нижегородского фестиваля «Рэп Плюс 2006». Состав группы такой. Два парня, оба студенты университета имени Лобачевского. Андрей, менеджер организации, и Павел, юрист. А также две девушки, Таня и Оля. Ну вот девчонки тут сидят, они какую роль играют в вашей группе? Девчонки? Они заводят мальчиков из публики. Они танцуют непристойные танцы. О ваших песнях. Пишете ли вы песни на заказ? Как сказал пару лет назад Варчун из «Реальной мечты», школа дзержинского рэпа очень сильна. Тематика каждый день меняется. Конечно. А насчет заказов, недавно на днях как раз записали трек в дзержинской команде драг-рейсеров. Мы с удовольствием запишем любой трек. За определенную плату, естественно. Такое партийное задание, минут за 15, написать мини-трек такой вот на двоих. Тема, естественно, сегодняшний день, журнал, видео. Ну чё, попробуем. Короче, я буду работать машинисткой, Андрей будет работать придумывающим. Всем погнали. Погнали. Готовы? Конечно, готовы. Давайте. Сижу я в баре, мартини в бокале, стрелки по нулям и в центре внимания. Дам, короче, строго, Парнас — это боги, идем по головам все к нашим ногам. Экстравизора зрители, эксклюзив увидели. Видите, сегодня мы читаем for free, видимо. Это реклама, дети, максимум пафоса, леди. Эти поддерживают нас, если я не прав, слейся. Хлопаем. В данный момент группа Парнас готовит сюрприз. Первый видеоклип. За съемку взялся автор проекта «Экстравизор», опытный оператор Виктор Патронов. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию настоящий эксклюзив. Сырой, без постобработки, минутный фрагмент этого видео. Летим по трассе, расслабили иди, почти приехали. Преодолев последний поворот прямо по курсу соперник. Готовы к старту, остались последние метры. Передний скат на линии. Стоп, успел, держи здесь.